непрофессиональной гуашью напишу Монализу, кисти Леонардо да Винчи. В данном виде гуаши содержится декстрин, в отличие от профессиональной, которая всегда идет с маркировкой «художественная». Приступая к написанию портрета, Вала Прима за один присест решают данную задачу. В детстве у меня было ощущение, что у меня никогда не получится написать портрет, хотя бы немножко похожий на Леонардо да Винчи. Но прошло время, упорный труд и терпение помогают преодолеть самые высокие барьеры. Если запастись терпением и проявить старание, то посеянные семена знания непременно дадут добрые всходы. Учение – корень горек, да плод сладок. Леонардо да Винчи. А вы любите живопись?